Приветствую вас, друзья! Все знают известную пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает». Интерпретация смысла данной пословицы заключается во влиянии воспитания ребенка в семье и наследственности на формирование личности человека. Так обычно говорят, когда дети склонны совершать те же самые поступки, которые совершали их родители, и имеют схожие с ними черты характера, манеры поведения и взгляды на жизнь. И это выражение чаще всего употребляется в разговорной речи с оттенком неодобрительности. Но бывает и наоборот. В хороших, добрых семьях вырастают невежды, а в неблагополучных – удивительные дети. И вот сегодня мне хотелось бы предложить вам интервью с молодым человеком, который прошел лечение в нашей клинике по поводу алкогольной зависимости. В чем же заключается суть этой беседы? Отец молодого человека прошел лечение в нашей клинике 30 лет назад. Кодировался он на 10 лет, но не пьет по сегодняшний день. Сыну сейчас исполнилось 30 лет. И как вы понимаете, он не помнит и не видел пьяного отца. А вот наследственность проявилась в полной мере. Сначала родители скрывали от сына, что папа страдал алкоголизмом и лечился у врачей-наркологов. А образ жизни сына и его окружение, так в кавычках называемые «друзья», которые его окружали на протяжении взросления, естественно, спровоцировали развитие алкогольной болезни. Да еще и в очень злокачественной форме. И в конце концов в семье вопрос о лечении стал возникать довольно часто. А вот когда сын узнал всю историю семьи и причину полной трезвости своего отца на протяжении 30 лет, он сам решил обратиться к нам в клинику. Пройдя лечение в клинике, через полтора месяца у нас состоялась повторная встреча. Посмотрите, как это было. Николай, прошло полтора месяца после нашего с вами лечения. Вы пришли сегодня на контрольную явку. Как вы себя чувствуете? Ну, после полтора месяца улучшилось самовосприятие, состояние организма улучшилось, улучшился сон. Аппетит более стал такой насыщенный, то есть не с подпалки, как бы ты идешь. И за эти полтора месяца расширился спектр употребляемых продуктов. То есть те деньги, которые вы раньше тратили на алкоголь, теперь я могу тратить их, чтобы попробовать что-то новенькое. Даже если брать алкоголь, который стоит гривен 200-300, ты можешь это потратить на те же самые яства, которые стоят... Причем не только себе, а и для семьи своей. Ну да, ну, и для семьи. Угу. Ясно. Николай, вы молодой человек и уже приняли решение проходить лечение от алкогольной зависимости. Что подтолкнуло вас к этому? Ну, как бы, подтолкнул бы социум, семья, чуть-чуть осмысленное восприятие этого всего. Отец у меня закодировался 30 лет назад. 30 лет, да? Он у нас лечился? Да, в вашем центре лечился 30 лет назад, 30 лет не пьет. Как мне рассказывали, он раньше был запойным. То есть домой приносили, подверстали и уходили. А дальше воевали, мама воевала с ним сама. Ну, я, в принципе, до такого уровня еще не сильно еще не дошел. Да, но все равно бывают разные жизненные моменты, как бы редко, но метко. То есть сильно, большие дозы и редко, но метко. До да. хорошего опьянения состояния. До хорошего опьянения, аж утром обделя. То есть провалы в памяти даже были, да. Ну хорошо, Николай, спасибо вам. Я желаю вашей семье процветания. Все будет нормально. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.